Какой чудесный день! Хочу работать! Работать хочется! А какой же чудесный день! Я уже сказал это, а неважно! Чудесный день! Привет, телескоп! Дай-ка посмотрим на звездное небо! Почему так темно? Что происходит? Я просто попал во тьму. Я не могу ничего делать. Я уже какое-то время сижу и смотрю на черный экран, и я не понимаю, что я должен делать. Я перезашел в игру. Смотрите, где я нахожусь. Там, где меня поймало. Ну, почти что там. То есть, это прикол черной дыры. Она тебя ловит, и тебе нужно просто перезапускать игру. Я вот этого вообще никак не ожидал. Блин, как же прикольно. Как же жутко. Интересно, а мои предметы все... Да, все на месте. Мы сигнал всрали, кажется, да? Ну ладно, пока сигнал качается, я пойду трансформатор восстанавливать. А заодно и вышедший из строя тарелки. Интересная мысль посетила. Тут стоит бочка, которая красная и точно взорвется. В любых играх такие бочки взрываются. А что, если взять бочку и отнести к той огромной бездонной дыре, которая закрыта решеткой, и взорвать решетку? Гениальная идея, по-моему. Понесу с собой. Ой, осторожней, надо нести эти штуки. Я что? Я в... Нет, я идиот, я в дерево влетел. Чё, только что сказал себе, осторожно надо. Но вы видели, как взорвалось? Там еще одна бочка была. Сейчас пойду заберу. А, кстати, да, надо поесть. Ом-нём-нём-нём. Я видел. Там был человек, там была фигура. Там был человек, там был гуманоид. У него было тело, были руки, была голова, я видел его. Он тут же исчез, когда я его увидел. Смотрите, это манекен! Он двигался. Знаете что? Это был манекен, это не просто человек был, а манекен. Я могу его сломать? Все, сломал, отлично. О, игра становится очень интенсивной. Так, за бочкой я пойду потом, когда буду заниматься той дырой. Сейчас самое важное, это пароль сменить. Ну-ка, сигнал. Есть! Сохранить. Проиграть. Наконец-таки я конкретную цель выполню сейчас. Отсюда. Все, вызываем. Ко мне дрон. Андрюши, лети сюда. Я буду Андрюшей тебя называть. Теперь мы просто ждем, пока очки наберутся. Ну дай. Есть! Сразу заказываем. Отправлено! Что это? Что за звук? А, почта пришла. Я ничего не могу сделать без полного репорта. Браво, Эк Лима. У нас что-то... Все перекосилось, кажется. От нас сегодня хотят Браво, Эко и Лима. А мы им отправили то, что было вчера. Мне надо как-то синхронизироваться. Да пока не получается. Главное, очки получил. Андрюша несет мне ништячок. Как это выглядит? Скорее всего, еще будет проблемно этим воспользоваться. Попробуем ввести 1-1-1. И чё? Как этим пользоваться? Меня поимели? Я просто так эту херню купил. Здесь есть еще один пароль. Они мне подложили опять шкурку банановую. Блин, что вот это значит? 1, 2, 3, 4. Ага, я поставил новый пароль. Значит, на этих замках работает. А вот этот нет. Черт, я так надеялся. Но хотя бы я смогу защититься от монстров, которые знают пароль от этого места. Там же он написан. Теперь же будет 1, 2, 3, 4. Только и никто не пройдет. Я буду в безопасности. Однако неприятно. Моя цель была такая грандиозная. Кстати говоря, давайте пойдем посмотрим, что там внизу. А вдруг что изменилось? Странно, что чувак жаловался на темноту, потому что здесь очень-очень даже светло. Зачетный стул, кстати говоря, бочку еще можно использовать вот для этой стены. Надо стул забрать, классный стул. Не могу сесть, он не может сесть. Я хочу сюда, на лестницу. Он не может сесть. А вот, могу сесть. Но стул не могу забрать. Ничего сегодня не получается. Стул! Куда он исчез? Да что за херня здесь происходит?
Итак, я сделал много полезных дел. Я молодец? Ты молодец. Конечно, молодец. А раз я такой молодец, тогда самое время как следует отдохнуть в War Thunder. Это бесплатный эпический онлайн-экшен, доступный на ПК, PlayStation, Xbox и Mac, в котором наземная, воздушная и морская техника сражаются в динамичных битвах на локациях по всему миру. War Thunder заставит тебя ощутить максимальное погружение в жаркие баталии, давая возможность взять под свое управление целый список культовых боевых машин, созданных с середины 20 века и до современности. Всю технику можно прокачивать и улучшать дополнительными модулями, а потрясающая графика, реалистичная физика и великолепный саунд-дизайн только усилит погружение в игру. В твоем арсенале все передовые технологии. Ракеты с самонаведением, комплексы активной защиты, дымовые завесы, тепловизоры. А если повезет, то и ядерные ракеты накроешь всю карту. И как раз в игру завезли обновление «Активный поиск». Теперь тебе доступна авиация Бенилюкса, в том числе и знаменитый голландский самолет Fokker G1A, а также новые ракеты с активным радиолокационным наведением. И опробовать это все ты сможешь на двух новых картах «Загадочная долина» и «Берингово море». Качай War Thunder бесплатно по моей ссылке в описании прямо сейчас. Все новые игроки и те, кто не заходил в игру полгода и более, получат крутейшие бонусы. Самолет Ла-5 и танк Т-34 в аренду на неделю и уникальные скины для них в подарок. А также топовый декоратор Ярость Медведя, 100 тысяч серебра, 3 премиумные машины в подарок, неделю премиум аккаунта и другие подарки. Поспеши, сезон бонусов советской техникой скоро закончится. Затея с паролем провалилась, чем же еще заняться? Есть одна идейка у меня. Сейчас 15:35, у меня еще есть время, чтобы осуществить план подрыва той дыры. Ой, закрыто. Я забыл пароль. Я вспомнил пароль, он легкий. У того трансформатора осталась еще одна взрывная бочка. Так, аккуратно, теперь несем ее. И не врезаемся в деревья. И никаким образом не фейлимся. Идти далеко, надо идти осторожно. У меня 26 стамины, блин. Ладно, давайте не рисковать, потому что мы можем начать жестко падать сейчас. И нас глючить может начать. И дело к вечеру идет. Я отнесу эту бочку к себе на базу. Я уже понимаю, что это скорее всего дурацкая затея. Но это все во имя науки. Аккуратней стол. Поставим ее вот здесь, чтобы было максимально надежно и безопасно. Двери закроем. Я хочу, чтобы никто не пробрался в мою базу сегодня ночью. А тем временем надо освежить мне память, а то я все забыл. Какое у нас сегодня задание? Я не знаю, какое сегодня задание, потому что я не помню, выполнил я его или нет. Давайте вот это говно сотрем, угрожающее. Итак, отчет. Браво, Лима, Эко. Мы сможем отправить? У нас в этой коробке есть что-то? Она пустая. А здесь... пустая, у нас даже сигналов нету. Хорошо, давайте забьем на сегодняшнее задание и, пожалуй, начнем просто искать новые сигналы. Сигнал найден. Пожалуйста, будь нормальным. А, дерьма, кусок. Где-то прямо здесь. Вот он, еле заметный. Еле уловимый. Successful. Почему так рано темнеет? Мне это бесит. У нас что, зима здесь? Нет, не зима. Все тепло, все красиво. Цветут цветочки. Шмели да пчелки летают вокруг. Скачивание пошло. Жутковато здесь сегодня. Давайте посмотрим. Че у нас тут? Опа, смотрите. Вот это выглядит довольно-таки большим. Зазумить? Нет, ни хрена же не видно. А это что-то летит. О, что это может лететь такое? Это неприятно, на самом деле. Я, по-моему, еще ни разу не видел, чтобы что-то летело. А я как-то могу зафиксировать это? Скрин? Нет, не могу. Кто? Кто посмел? Так, я должен держать это. Блин, я слишком устал, чтобы этим сейчас заниматься. Господи, как я испугался сейчас. Я слишком устал, чтобы что-либо делать. Я знаю, что я сделаю. Этот урод, если захочет спрыгнуть, он спрыгнет прямо на бочку разрывную. И тогда ему хана. Все двери закрыты. Я в полной безопасности. Разве что этот урод попытается через вентиляцию пробраться. Я понимаю, что это может быть просто обычная поломка. Но мне кажется, меня преследуют, меня хотят убить. И что я им сделал? Зачем я им нужен? Я проснулся. Как здесь страшно и жутко, мать моя. Я знаю, что я сделаю. Я куплю себе камеру. Вот моя следующая покупка. Я проснулся, сейчас только 1:30. Ты скачался? Скачался. Супер, я так рад этому. Играть. Какой маленький сигнал в этот раз. Ладно, никакой визуализации нет. Текстовых данных тоже нет. Все, импортируем. Первый диск готов. Что-то там дрон принес. Надеюсь, еще один диск. Что там у нас наверху? Я тебя вижу, говнючок. Говнючошечка. Ну-ка, давай, будь... Урод! Давай, ну не подведи. Ей! Пошло, поехало. А, пойдемте посмотрим, что там дрон нам привез. А я не закрыл... Я не закрыл дверь, вы прикиньте? И это я не закрыл. Все, закрывайся, пожалуйста. Спасибо. А, мне... Вот, от... нямка! Нямочка! Где ты? Стой. Ням-ням-ням-ням-ням. Все, похавал знатно. Диск сюда. Пожалуй, мы...
закроем. Вот, все, никто не пройдет. А есть какое-нибудь новое задание ежедневное? Ежедневное задание. Сегодня Уиски, Чарли и Кьюбик мы должны проверить. Я думаю, пора просто стереть все эти хэш-коды, потому что они бессмысленны здесь. Только путают меня. Вот, почти что белый лист. Надо проверить, что у нас работает, а что нет. Виктор не отвечает. X-Ray не отвечает. Джульет не отвечает еще. Также Кило. Блин, очень много не работает. Новембер. Будет трудный день, кажется, у нас сегодня. 5 сигналов нулевого уровня. 5 сигналов они хотят от меня. И камера стоит плохая 25. Побозже ее купим. Хорошо, давайте возьмем 4 диска заказать. А пока просто пойду посплю. Я не хочу спать, но у меня 85. Я хочу спать. Давайте возьму пока решетку. Все равно делать нечего. Я не могу взять, могу держать только решетку. Что тут у нас вообще, как дела? Жутко. Стремно, как обычно. О, солнце скоро поднимется. Это хорошо. А здесь кость всегда была? Привет, дрон. Я могу прямо на тебя запрыгнуть? О, я запрыгнул на ящик. Да. Ладно, ничего страшного. Я хочу эту решетку обратно поставить. Так. Или уже все, дождь будет сочиться прямо через крышу, да? Ладно, хотя бы так. Дерьмо. Еще разок, только не так четко ставь. Во, вот так хорошо будет. Посидим ранним утром. По прохладушке вышли. Сидим. Ужасаемся. Все, хватит с меня. Кстати говоря, у нас тут диски. Вот аккуратно будут стоять диски здесь, ожидающие своего сигнала, когда он наконец, блин, скачается, как долго. Это потому что у нас очень много спутников из строя вышло. Нам нужен Виски, Чарли, Кьюбик. И при этом еще надо починить все остальные. Давайте к Виктору сначала пойдем. Второй будет Виски, третий Кьюбик, четвертый X-Ray, пятый Джульет. И рядом с ним сразу Кило находится, шестой. И последним, получается, будет Ноябрь. Стоп, а Чарли? Последний будет Чарли. 8 спутников сегодня нужно будет обойти. Слушайте, да, достаточно светло уже стало, мне кажется. Я думаю, дождусь сейчас, когда сигнал скачается, поставлю новый на скачку и пойду в путь. Наверное, я с собой тебя возьму, бочка. Почему бы нет? Квадрик полудохлый, топлива нету. Придется пешком. Смотрите, впервые картинки вообще нету. Мы что, просто пустоту запечатлили, в которой я был сегодня? Опа! Сохранить. Да, ничего интересного. Но ученые любят всякий шум, поэтому пусть там слушают его, радуются. Давай, быстренько. Оп, вот сюда. Наискосочек. Белиссимо. Загрузка началась. Ну что ж, отправляемся в путь. Но сначала покушать взять с собой. Покушать, да, у нас нет ни хрена. Ладно, у нас есть банан. Давайте, один сухой паек, один банан. Идеально. Что ж, первый это Виктор. Держать бочку. Ой, я же ни хрена не вижу таким образом. Может быть, это все-таки плохая идея сейчас ее брать с собой. С другой стороны, я люблю плохие идеи. Осторожнее, осторожнее. Неприятно. Стоп, нет. Я так не могу, ничего не видно. Вот, как-то так надо нужно нести, наверное. Вот так лучше, да. А не лучше ли ее сразу отнести туда, избавиться от нее, проверить свою теорию, а потом заниматься спутниками? Да, я так и сделаю. Я не уверен, что я смогу ее донести, потому что что-нибудь да произойдет, и я подохну. Она взорвется мне прям в лицо. Это последняя бочка, которую я находил, так что надо аккуратнее быть с ней. И я не помню, где дырка, кстати говоря. Она где-то повыше, по-моему. Стоп, это уже не то. Может быть, сюда надо? Здравствуй, дырочка. Ой! Тут две бочки. Ладно, я просто не... я горю! Как я выжил? Как я, блин, выжил? Что-то у меня не получилось. Ладно, смотрите, я подогрел еду. Давайте поедим. Ням-ням-ням-ням-ням. Ой, блин, да. Опа, смотрите, какой инструмент. Сейчас заработает. Тварь, работай. Там реально как будто бы с другой стороны земли выход. Топливо ноль здесь. Это здесь только что я видел, канистра была. Канистра? Тут, кстати, топливо-то дофига. Ну-ка. Вы видели? Аж сохранилось. Сколько здесь топлива теперь? Да, я все вылил. Ну-ка, может, теперь это работает? Да я не знаю, что ты от меня хочешь. Вот здесь есть розетка. А здесь есть розетки? Слушайте, вопросов стало еще больше. Во-первых, почему я не сдох? Это что такое? Я не знаю, что есть ты. Как будто горелка, но я вот ее держу, я не могу ничего с ней сделать. Давайте попробуем бочки аккуратно вот так поставить. Итак, значит, идея следующая. Ой-а! Нет, не сработало. Сейчас. Еще раз. Бросок! Ну нет, он не хочет. Ладно, я понял.
Нам всего лишь надо каким-то образом провод найти, подключить что-то к чему-то. Здесь монтировку я вижу. Такое ощущение, как будто я до чего-то догадываюсь, но потом это оказывается все тупой идеей. И вопросов становится только больше. А что за место такое здесь кости? Смотрите, стоп. Хрен заметишь. Ну-ка. День 14. Эта штука бесконечная? Я не знаю. Она продолжает спуск вниз, вниз, вниз. И у нас уже заканчивается веревка. А, погодите. Я, по-моему, это видел уже. По крайней мере, эти желтые металлические стены имеют риджес. Я не знаю, что такое на них. Поэтому нам не приходится карабкаться по сухим асфальтным стенам. Мы не сдаемся. Мы продолжаем спускаться вниз за ответами. Что-то я вообще не помню. А я был здесь? Ладно, давайте соберем кости. Я их коллекционирую. Во имя науки, разумеется. Компас указывает строго на Виктора, который... Наверное, это вот он. Кстати говоря, килл не работает. Мы сейчас сразу его покроем. Ага, килл, иди сюда, быстро. Откалибровали этого гада, можно вычеркивать. Это был 6-й, значит, 7-й где-то рядом. Помнится, он был совсем рядом. Совсем не рядом, но ближе, чем все остальные. Тогда и Чарли нужно сейчас навестить. Чарли, нам нужен его хэш-код. Готово. Теперь давайте от обратного, пойдем к Джульет. Хорошо, что мы на базе. Я не закрыл дверь. Идиот, идиот. Наверняка уже скачалась, да. Так, сохранить сигнал, слушать. А вот это уже что-то стрёмное было. Я что-то как будто слышу. Фу, блин. У нас тут 3 сигнала готово, надо еще 2, получается. Загрузка пошла. Все, закрываем дверь. Оп! Никто теперь не зайдет, а мы отправляемся куда-то там дальше. Джульет! О, ну Джульет, ты сломан. У меня мало стамина, давайте пойдем по делу. Виски и кубик. Хотя я был на базе, я мог бы немного вздремнуть и потом отправиться. Но я решил не рисковать. В итоге рискнул все-таки. Но риск — это мое второе имя, я люблю его. Все, у нас теперь есть 3 хэш-кода актуальны. Ладно, на базу. 1, 2, 3, 4. Фух, закрыть. А, все, я устал. Как я вовремя пришел. Что там, скачалось уже или нет? Скачалось, прекрасно. Сохранить. Ничего нового. 4-й диск. Боже мой, последний. Последний сигнал. Давайте, пока я еще жив. Вот сюда. Есть. А, и меня уже начинает мутить, да? Да, уже камера плывет. Качается, я пойду спать. Сейчас у меня будет голодный обморок, кажется. Стой, погоди. Во-первых, мы можем камеру, кстати, купить. Давайте плохую купим. Потом по еде. Че по еде? 1 бургер. 35, четко будет. Все, ждем этот заказ. Пойдем быстро спать. Что-то я быстро проснулся. А че я проснулся? Какого фига? Я хочу... Но ведь мне жрать-то нечего. Сухие пайки мы не хотим, видите ли. В морозилке пусто. Только бургер нас спасет. Где-то тут была еда. Вот она мне. Спасибо. Камера. У нас теперь еще и камера есть. Отлично. Все, нажираю. Что там по скачиванию? 29%. Так, камера. Давайте вот сюда на мусорный бак, что ли, поставим. Что я сделал? Я выкинул? Фух, вернись обратно. Во, идеально. Активировать. Я... Вы что, издеваетесь надо мной? Вот, надо пойти проверить, как она вообще, что она снимает, что она показывает. Камера отключена, какого дьявола? Нет, не отключена. Я же активировал. Да елки! Активировать, держать, установить. Вот, она установлена, она должна работать. Работай, сволочь, как же тебя... Может быть, потому что она плохая? Ладно, давайте перезагрузим нашу систему. Мы выключили. Всегда решает перезагрузка. Камера. Я добавил. Камера 01, да, это она. Сейчас давайте напишем что-нибудь. Надо правильно назвать. Веб-камера. О! Охренеть, какая она плохая. Они не врали в названии. Супер плохая камера. Надо просто поближе. Так, это зум. Вот, направим на меня. Я не вижу. Ладно, давайте, чтобы было вот так видно. Господи. Есть. Я не знаю, она вообще будет записывать или нет. Как это вообще работает? Опа, ночное зрение. Вот так... Гораздо лучше. Еще лучше. Супер качество. Сдается мне, футажи, они не записываются, да? Наверное, не записываются. Блин, это плохо. Еще 25%. О, нет. Нет, я сплю. Я сплю, я сплю, я сплю, я сплю. Опустись, пожалуйста. Обратно. Это сон. Я должен обратно уснуть. Я не хочу спать. На улице. Пришельцы. Я должен их увидеть. Все левитирует, блин.
Манекен! Да как ты тут оказался, урод? Слушайте, ну что же это такое? А, вот все летает, кроме меня. Отлично. Фу-фу-фу-фу-фу-фу, какая жуть, какая же это жуть. Нет! Нет. Нет, мои коробки, мои диски, все. Срань полная. Сколько времени я не вижу? 22:30. Падает. Так, не пугаемся звуков, это все просто падает обратно. Все было синим. Это правда пришельцы сделали. Что там по сигналу? Все раскидал, урод. Так, коробка. Все, 5 сигналов. Это что, моя бумажка? Моя бумажка. Чтобы потереться, ибо я обосрался, честно. Чертов ублюдский манекен. Ладно, у меня сейчас нет на тебя времени. Все, вызвал дрона. Сейчас я выполню ежедневное задание. Несмотря ни на что, он на меня смотрит прямо. Он повернулся. Ты пойдешь своим друзьям. Ты понял? Своим друзьям ты пойдешь. А именно в ручей. Я сказал в ручей. Вот, красава, красава, иди отсюда. Давайте, надо холодильник обратно. Нет. Я не знаю, как теперь тебя поставить. О, боже мой. О боже мой! Отлично, ширма застряла в текстурах. Ну супер. Как мне холодильник поставить? Ты-то чё? Вообще, что это такое? Шкафчик? О, здесь что-то можно хранить? Класс. Да как тебе нормально двигать? Он как неваляшка получается, здорово. Все, более-менее ровно встал. Микроволновка. Супер, вот. Вот так поставим, чтобы меня никто не видел. Как это жутко все. Ладно, давайте спать. Я хочу есть. Да чтоб тебя. Да сколько я буду волочить это жалкое существование здесь. Я все деньги только на еду трачу. Я не могу зарабатывать нифига. Ладно, есть почта. Посылка получена. Деньги получены. Супер. Стоп, я ничего не могу сделать без полного репорта. Какой? Я же сделал. Виски Чарли Кьюбик. Виски Оскар Чарли. А что, виски я неправильно сделал? Уродство. Виски Оскар Чарли, короче, надо будет сегодня сделать. И 3 сигнала уровня 0. Давайте закажем еду. Пачка креветок. Так, 2 штуки. Не знаю, что еще. Давайте печенье заказываем, все, ждем. Летит вкусное, летит вкусное. Я умираю, пожалуйста, быстрее. Черт. Меня... мурашки. Мурашки. Как будто он прям над душой у меня. Просись, Евгений. Проснись! Что мне сделать? Проснись, пожалуйста! Так, прыгать! Господи! Господи! Что мне сделать? Квадрик мой куда-то исчез! Это сонный паралич! Это прям... О, улетай, блин! Улетай, так... Да как мне проснуться? Я ничего страшнее еще не видел. Это постепенно под кожу проникает тебе. Это постепенно уничтожает тебя изнутри. Я застыл во времени. Так, надо окунуться в воду. О! Самое время поесть печенек. У меня все еще эхо. Это просто пипец как круто. Как страшно. У меня все еще эхо. Я проснулся? Я должен уйти отсюда нафиг. А теперь мне нужно отойти от этого ужаса. Перед сном еще немножко поиграю в War Thunder. И да, качайте ее бесплатно по ссылке в описании. Я честно скажу, я испытал сильнейший стресс сейчас, когда начался сонный паралич. Это разбудило во мне те воспоминания, когда у меня был в реальности сонный паралич. Все, чего мне сейчас хочется, это... забыться сном. Глубоким сном.